В эфире «Вестник Кавказа», ведущая Мария Сидельникова. У нас в гостях вице-президент Российского совета по международным делам, чрезвычайный полномочный посол Александр Сергеевич Засохов. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Сергеевич, состоялось очередное заседание интеграционного клуба. Это проект, инициатором которого выступила Валентина Ивановна Матвиенко. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этой организации, какую практическую пользу она может принести? Желание создать аудиторию, которая бы постоянно в такой дискуссионной, реалистической форме обсуждала вопросы создания евразийского проекта, возникло года два тому назад. И, конечно, российские политики, известные в нашей стране, имеющие опыт деятельности в международной сфере, откликнулись на эту инициативу. Инициатива принадлежит уважаемой Валентине Ивановне Матвиенко, тем более, что она сама, можно сказать, специалист в области международных отношений. Я считаю, что это очень эффективная форма свободной дискуссии по самым важным вопросам, связанным с формированием Евразийского союза в 21 веке. И на недавно состоявшемся нашем заседании в Совете Федерации мы подводили итоги за 2014 год, проделанной каждым из нас работы, и общий результат работы тоже обозначили. Поэтому мы расстались после заседания многочасового с убеждением, что занимаемся нужным делом, тем более, что с 1 января текущего года уже теперь речь идет не о таможенном союзе, речь идет не о проекте евразийском, а о том, что с 1 января в полную силу вступила с точки зрения правовых и программных документов вся система работы Евразийского союза. Я должен сказать, что из всех крупных политических событий последнего времени вот вопрос создания Евразийского союза может являться, с моей точки зрения, самым стратегическим и самым точно отвечающим интересам не только политиков, не только глав государств и так далее, но и жителей тех стран, которые на этом этапе входят в состав Евразийского союза, а это Россия, Казахстан и Белоруссия. Поэтому мы все условились, что будем заниматься регулярно этим вопросом и в 2015 году. Россия вот живет уже около полугода в условиях санкций. Соответственно, роль приграничного сотрудничества возрастает еще больше. Какие перспективы вы видите в этом плане в отношениях между Россией и Азербайджаном? Ну, Россия не только крупная по масштабам географическим страна, но более 40 субъектов Российской Федерации, они являются приграничными. Они имеют, регионы эти имеют границы с сопредельными государствами. Например, российско-казахстанская граница – самая длинная из всех границ соседствующих государств в мире. И вот эта особенность Российской Федерации, что более 40 субъектов являются приграничными, предполагает, чтобы мы выделяли приграничные территории Российской Федерации как имеющие важное значение с точки зрения поддержания добрососедских отношений и осуществления хозяйственных связей, гуманитарных контактов и, может быть, даже решения совместных нужных задач, связанных с инфраструктурой, с дорогами, с торговлей и так далее. И я должен отдельно выделить Азербайджан, потому что с Азербайджаном у нас и морская граница, что очень важно. Кроме того, значит, с Азербайджаном граничит Дагестан, одна из самых, можно сказать, крупных
Северокавказских республик. И что касается особенностей, традиций и даже специализации в экономической сфере, вот между, скажем, Северным Кавказом и Азербайджаном, то здесь тоже много общего. Поэтому, конечно, мы на упомянутом мною заседании по этой причине условились, что в октябре в столице Дагестана, Махачкале, соберем форум, который целиком будет посвящен роли приграничных территорий на опыте российско-азербайджанской границы в развитии приемлемых форм сотрудничества со стороны наших приграничных областей, краев и республик и тех, которые являются нашими соседями, это начиная от Кавказа и, можно сказать, до Дальнего Востока. Там и Киргизия, и Казахстан, и Узбекистан, и так далее, и так далее. Так что азербайджанское направление, оно очень интересное, очень важное. Надо сказать, что опыт сотрудничества с Азербайджаном приграничных регионов относится и к другим республикам Северного Кавказа. Вот буквально 3 недели назад председатель правительства нашей республики Северной Осетии Сергей Токоев находился с визитом в Баку, и там было подписано соглашение о экономическом и торговом сотрудничестве между Азербайджаном и Республикой Северной Осетии Алания. Вы политик с колоссальным стажем работы, были свидетелем, очевидцем и участником многих событий. А в частности, были знакомы с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, написали книгу «Идущий впереди», приняли участие в работе над ней. Можете ли поделиться каким-нибудь ярким эпизодом из воспоминаний о нем? Начну с того, что имя и дела Гейдара Алиевича, они принадлежат, конечно, истории, но они принадлежат и сегодняшнему дню. Мне кажется, что многие его поступки, его мысли, его представления о завтрашнем дне Азербайджана и о будущем Азербайджана-российских отношений имеют не просто познавательное значение, а совершенно практическое значение. Я бы советовал каждому, кто занимается государственными делами, обращался к наследию, к политическому и государственному наследию Гейдара Алиевича. Конечно, я много лет был близко знаком с Гейдаром Алиевичем. Я не хочу уподобляться тем, кто сразу говорят, что мы были друзья, хотя у нас действительно были очень такие добрые, хорошие отношения. Нам всегда было интересно, будь то короткая встреча или продолжительная. Что я хочу сказать? Вот Алиев – личность. Он все-таки пришел в большую политику с совершенно другой сферы. Он профессиональный разведчик, имел звание генерала. Разведчики – народ опытный, но все-таки занимается своим делом. Но когда его избрали руководителем Азербайджана, то некоторые сомневались, что он сможет, прямо сменив одну должность на совершенно другую, сможет ли он эту успешную, большую, авторитетную, промышленную, инженерную, научную и нефтяную, так сказать, республику сохранить и даже развить успех. А это такие было меньшинство. Вот я, например, откровенно скажу, я верил в его возможности, потому что за его плечами уже было знание не только Кавказа, но всей нашей страны, и он хорошо представлял положение на сопредельных территориях и в Турции, и в Иране, и так далее, и так далее. Что можно вот выделить в нем особенно?
Он прислушивался к мнению собеседника, будь то подчиненный или гость, приехавший с Москвы. То есть у него не было заготовленных и единственно правильных ответов на вопрос. У него была своя, так сказать, точка зрения, но он всегда считал необходимым проверить это, сопоставить, подискутировать. С моим участием, в какой-то мере, по моей инициативе, несколько крупных мероприятий проводились в Азербайджане. Одно из них было посвящено, я уж точно не помню, это было, по-моему, в 60, может быть, в конце 60-х годов, очередному юбилею Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, это, знаете, это был огромный форум. Приехали делегации 70 стран, причем авторитетные, действующие руководители государств или лидеры всемирно известных партий и так далее. И мы сошлись во мнении, что он выступит с главным докладом. И вот здесь он раскрылся, потому что он полностью вник, так сказать, в суть вопроса. Это были не декларации, а он на опыте Азербайджана показывал убедительно, с иллюстрациями, фактами и так далее, что может достигнуть народ вот в ту цивилизационную эпоху, которая называется советской. И он много, значит, приводил интересных, малоизвестных даже примеров за все десятилетия вот истории, современной истории Азербайджана. Он очень внимательно относился к деятелям культуры. Фактически звезды с мировым именем, вышедшие из Азербайджана, вот в годы работы там Гейдара Ильича и в годы, когда он в Москве работал, они все испытали на себе вот внимание, так сказать, своего великого современника. Он очень много сделал. И я ценю вот поведение азербайджанского народа, ее интеллигенции, руководство Азербайджана и президента Ильхама Алиева, что вот годы проходят, а внимание к личности Алиева не уменьшается, а наоборот сохраняется. Его знают везде, и на Сибири, и за Уралом, так сказать, и на севере, и на Кавказе тоже. Поэтому Кавказ дал немало выдающихся личностей в 20 веке для истории нашего государства. И один из ярчайших представителей – это, конечно, Гейдар Алиев. Я почему еще это говорю? Потому что он в сложнейшей обстановке, когда в самой России, к сожалению, очень узко и как-то, я бы сказал, слишком прагматично смотрели на вопрос сотрудничества с бывшими союзными республиками, это относилось к Азербайджану, казалось бы, он должен был воспринять это с таким раздражением, но у него вот было достаточно, так сказать, взгляда на перспективу, выдержки и политической культуры, чтобы не дать повод, что он участник каких-то острых, взаимоисключающих взглядов на вопросы мировой политики. Он понимал, что, ну, 90-е годы утрясутся, все будет нормально. Он выдержку проявил. Некоторые не сумели выдержку эту проявить. Новые лидеры в разных государствах, которые образовались после распада Советского Союза. Он это сделал. И он является той личностью исторической, которая сохранила.